Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту ADS4 Masters. Он пока что стоит на предстарте, но сегодня, через несколько часов, произойдет старт. Это проекты серии RefShare. Также здесь можно зарабатывать на ПТС, на просмотре сайтов серфинга. И старт произойдет, ну, почти как бы через 4 часа, скажем так. Минимальный ADS-пакет, кто захочет покупать, от $1. И голд от 25. Я зашла вот на этот сильвер пакет. Это сильвер, это голд. Значит, здесь можете все прочесть, перевести на русский. Значит, регистрацию я показывала в прошлый раз. Там все просто. Есть, ребятки, группа на Facebook. Она закрыта. Можно присоединиться, чтобы быть в курсе событий. Вход по логину и паролю. Зайдем в кабинет. Я вам сейчас все покажу. Значит, вот здесь у вас письмо. Кликайте и читайте. Значит, все. Вот так можно перевести на русский язык. Или же вот здесь нажать. Вот то, что вот здесь будет проходить акция. Вот. День старта 17 ноября. Это вот их время, ребятки. Вот. Мы собираемся запустить наш Planet Pack. Если вы желаете присоединиться к нашей стартовой акции, у вас может быть 24 часа, чтобы приобрести ADS-пакеты до начала распределения. 10% общего дневного дохода. Ну и здесь вот это все можно прочесть, как бы. Вот. Это все можно прочесть. Так, ставлю я на английский. По поводу, я хочу вам сказать, вот здесь на синенькую нажимаем, попадаем в кабинет или вот на эти буквы. Значит, смотрите, ребятки, вот финансы, вот этот вывод, он недоступен до тех пор, пока вы вот здесь security не пропишете безопасно, как бы сказать, это безопасность. Нужно придумать секретный вопрос и секретный на него ответ. Это все записать на всякий случай, чтобы не забыть. Тогда вам будет доступна вкладочка как бы Виндрафт, да, вывод. Минимальный вывод с проекта $3. Максимальный $250 в день. А минимум $3. Когда будет что вводить, сюда прописываем сумму. Комиссии вроде как и нет, все по нулям. Платежная система, у меня спрашивали, есть Pair. Ребятки, прописываем Pair. Ну и потом буду выводить. И вы также. Здесь у нас находится, напоминаю, промо как бы инструменты. Здесь отображаются наши партнеры. Вот. Так, ну и теперь давайте по поводу пакетов. Я пополнила баланс на $5. Сначала пополняем, потом покупаем. Значит, вот здесь пополнить вкладочка ADD пункт. Я кликала сюда. Минимум один пакет стоит $1. Я сюда прописала цифру 5. Вы же можете 1, 5, 10. Сколько там пакетов вы хотите. Также выбрала платежную систему. Я пополняла с Pair'а. Вот сюда обязательно галочку. Кликнула вот сюда Submit. Меня перебросило на платежную систему Pair. Ну и там по схеме. После чего, после пополнения, выбивает из кабинета. Нужно опять заходить по логину и паролю. Далее ваш баланс появляется на push балансе. Опускаемся ниже. Вот это кэш баланс.
Вот здесь будет ваша сумма стоять. У меня было здесь 5 долларов. 25 центов. И это мне начислили уже после того, когда я зарегистрировалась. Значит, и что? Вот сюда он появляется. И как вы покупаете пакеты, он списывается. И вот RevShare план у меня 5 долларов total позиции всего, да? Сейчас я вам все покажу. Значит, и обратите внимание, вот это аккаунт баланс у меня 55 центов стоит. Это суммарно. Вот эта сумма и вот эта сумма. 30 центов я заработала на просмотре сайтов, то есть на серфинге. Здесь также можно, здесь White PTS, кликаем, и можно просматривать серфинг, как в обычном буксе. Набираем 3 доллара, можно выводить. Вот не знаю, дадут же вывести без вложений или как. По поводу этого я понятия не имею. Идите на Facebook и напишите на английском, как бы можно выводить, как бы без вложений или как. Но, в принципе, неплохо здесь идет вот этот вот, ребятки, серфинг. Значит, после пополнения я пополнила баланс. Я вам показала, где он на кэш-балансе. Или кэш-баланс, пуш-баланс. Там это без разницы. Рекламный баланс. Я вот здесь кликнула Bio Adpack. Купить AD пакет. Так как я пополняла с платежной системы Pair, значит, у меня вот здесь На пайре было 5 долларов. Значит, я пошла покупать AD пакет. Кликнула. Я вот здесь видим Gold 25 долларов. Silver от 1 доллара. Я кликнула вот на эту корзиночку. Push баланс. У меня здесь на пайре было 5 долларов. Мои действия. Я поставила кэш-баланс здесь точечку. Кликнула сюда, поставила Pair, так как я пополнялась с Pair'а. На Pair'е у меня были 5 долларов. Сюда поставила сумму 5. Так как я взяла, да, я пополнилась на 5 долларов. Если на 1 доллар, ставим цифру 1. Вот сюда обязательно ставим галочку. Здесь все по нулям как бы. И вот на эту вкладочку Pay No я кликнула. Все, я приобрела 5 пакетов. Вот. Возвращаемся на домашнюю страничку. И вот здесь мой AD пакет. Кликаем сюда. И вот он, мой пакет. 17 ноября. 5 позиций. 5 пакетов. И статус актив. Вот. Неважно, сколько вы там покупаете. 1, 5. Вот. И значит, теперь что мои действия? Я купила вот эти AD пакеты. Я ежедневно должна просматривать 5 реклам. Не путайте купленные AD пакеты с серфингом. Вот этот серфинг, он идет отдельно. Заработок. Ну, серфинг, да, на просмотре сайтов. А AD пакеты 5 реклам. Вот это старт серфинг. Вот. Сегодня я еще не смотрела. Кликаю старт серфинг. И у меня пошла рекламка 5-секундная. Я за 5 секунд должна вот эти все рекламу. Вот здесь выбираю капчу. Кликаю. Все. Так. Next. Иду дальше. Вот здесь отображается один просмотр. Вот. Убираю звездочку.
Ну, дальше две рекламки я уже просмотрела. И вот так я таким образом буду просматривать ежедневно рекламку. Ну, немного, но нормально, я считаю. Дальше. Сейчас я просмотрю вот при вас всю вот эту рекламку. Здесь 5 рекламок по 5 секунд. Вот. Ой. Вот сюда нажимаю. Видите, 3. Next. 4 рекламки. Вот. Глаз. Кликаю. Ну все, 5 уже рекламок я просмотрела. И все, сейчас я разгадаю капчу и вернусь в кабинет. Кликаю. И вот вернуться. Back to account. Вернуться в кабинет. Все. Видим, я просмотрела 5 AD пакетов. Здесь пошел таймер. И теперь уже на следующий день я должна просмотреть опять вот этих 5 пакетов, чтобы мне шли начисления. А вот это вот серфинг я заработала. Я заходила не каждый день, но тем не менее у меня 30 центов. Естественно, я буду его и дальше просматривать. Ну и также на домашней страничке находится наша партнерская ссылочка. Есть много баннеров, ребятки. Так, вот баннеры. Также здесь текст есть. Можно это все скопировать, перевести на русский язык, отредактировать, как удобно. Вот. Ну, вот здесь 3 баннера таких вот. Как бы, согласитесь, неплохо. Значит, сначала пополняем. Потом покупаем. Здесь у нас профиль. Ну, ребятки, здесь погулять, конечно же, можно по кабинету. Здесь будет история вывода, история покупок. Payment. Это что у нас здесь? Ага. Это я что сделала? Ага, я по... Вот видим, да? История. Я купила, а депо пополнилась. А это я купила позиции 5. Как бы здесь все есть. И также будет история вывода и всего-всего. Будем надеяться, что нам дадут здесь заработать неплохо. Давно я не принимала участие в подобных проектах. Вот, в принципе, если администрация надежна, то можно как бы неплохо и заработать. Также не забываем, вот здесь появляются новости, их читать. И мне также на почту пришло письмо о том, что я купила АД-пакет. Перевести. Так, большое спасибо, что доверились нам и вложили свои ценные деньги на наш сайт. Мы получили от вас $5 США за позицию. И ну, как бы спасибо, все такое. Вот, ну, вывод я вам показала. Это просмотр рекламы, это кто пополняется про 5 рекламок. В принципе, кто пополняется, вы можете не смотреть серфинг. Я так посмотрела, прикинула, да, как бы и неплохо. Вот, на серфинге здесь посмотрите серфинг и сами уже решите для себя, нужно его просматривать или нет. Вот. На этом буду заканчивать. Всем нам легкого старта, больших чеков. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.